До 15 лет тюрьмы грозит наркоторговцу из Башкортостана. Через тайники закладки он распространял синтетику в городах Югры. В мае прошлого года злоумышленника поймали в Ханты-Мансийске. Следствие установило, что ранее судимый житель Кумертау перевез крупную партию наркотиков из Свердловской области в Югру. Часть порошка он спрятал в Нягане, а в Ханты-Мансийском мужчину взяли с поличным. Из незаконного оборота изъяли больше 650 граммов синтетики. Материал уголовного дела уже направили в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы и штраф до 500 000 рублей.